Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой вебинар. Рад вас всех видеть, мотивированных людей, потому что желание выучить английский – это очень-очень ценное желание. Это желание стать лучше, желание узнать что-то новое, желание добиться успеха.
Кто больше не хочет тратить десятки денег, десятки тысяч рублей на новые и новые курсы и не достигать результата?
Итак, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад видеть вас здесь, поскольку ваше присутствие здесь означает, что вы хотите узнать что-то новое, стать лучше. И для меня, как для преподавателя, это очень ценное стремление, очень ценная мотивация. Поскольку я осознал себя в профессии благодаря, во-первых, своим учителям, а во-вторых, благодаря своим студентам. Потому что каждый студент – это уникальный человек, уникальная личность. И работая вместе со своими студентами, я тоже становился лучше, я узнавал что-то новое, я шлифовал свои навыки и знания. И благодаря вам, абстрактно вам, моим студентам, я здесь и сейчас хочу поделиться своими знаниями и тем, как, наконец, перестать учить английский всю жизнь и заговорить на нем. Прежде о том, что вы сегодня узнаете. Первый момент, на который мы постараемся найти ответ, это почему вы до сих пор не говорите на английском.
После этого мы проанализируем, как устроен английский язык и как его правильно учить, с моей точки зрения. На каких аспектах английского языка стоит сфокусировать усилия, вы поймете, как легко и быстро увеличить ваш словарный запас на 900 слов, а точнее говоря, в 3 раза. Тот словарный запас, который уже у вас есть, вы легко и эффективно можете увеличить в 3 раза. Также я объясню вам, как сделать так, чтобы английский язык зафрендил вас, и объясню, почему наша система эффективна, и почему, наконец, вам нужно сделать решающий рывок и заговорить на английском. И сделать это именно с нами. Пара организационных моментов. Возможно, задержка трансляции на 30 секунд. Вебинар нельзя будет досмотреть, и записи не будет. Продолжительность вебинара приблизительно 1,5-2 часа. И давайте будем вежливы, как англичане, и использовать нормы английской вежливости. Итак, для кого этот вебинар? Давайте посмотрим сразу на весь список и на каждый пункт в отдельности. Начнем с тех, кому надоело годами учить английский язык и так не начать уверенно говорить. От чего это происходит? На мой взгляд, это происходит от того, что те методы, те методики, которые применяются при обучении, не закладывают ту несгораемую сумму знаний, тот сильный, мощный фундамент, на основе которого вы строите тот красивый дом, при помощи которого ту базу, при помощи которой вы в конечном итоге можете взаимодействовать с людьми в любой ситуации, будь то ситуации бытового общения, в путешествиях, бронировании отеля, в ресторане, либо же при разговоре на какую-либо абстрактную тему. И людям надоедает учить английский язык, поскольку они все время чувствуют, что как будто бы откатываются назад. Каждая ситуация для них становится неожиданной, и возникают сложности в самых банальных ситуациях. Человек просто входит в ступор и не понимает, почему были потрачены все эти деньги, а результат – это молчание. Второй момент. Кто больше не хочет тратить десятки тысяч рублей на новые и новые курсы и не достигать результата? На мой взгляд, очень важно приобрести навык к самостоятельному обучению. Для того, чтобы, выйдя на определенный уровень, так называемый independent user, независимый пользователь, вы смогли, об этом я расскажу чуть позднее, вы смогли бы самообучаться. То есть у вас бы появился навык к тому, чтобы самостоятельно анализировать новые выражения и при помощи всех тех средств, которые у нас сейчас есть, прежде всего интернет, находить их значение, разбираться, почему предложение устроено так и почему слова стоят в таком порядке. И обладая всеми этими навыками, вы сможете легко и свободно анализировать получаемую информацию и делать выводы и, соответственно, понимать, осознанно подходить к английскому языку. Третий момент. Этот курс для тех, кто чувствует реальную необходимость в английском, чтобы двигаться вперед. Не мне вам говорить, что вся окружающая действительность, медиа-контент, самые актуальные новости, телесериалы, кино производятся и приходят к нам прежде всего на английском языке, и только потом они переводятся на русский. Но разве не приятно и не интересно ли было обращаться к именно оригинальному контенту, а не к тому, который для вас кто-либо перевел? В принципе, английский язык также позволяет вам легко двигаться вверх по карьерной лестнице, особенно если вы работаете в зарубежной компании. Навык свободного общения поможет вам быстрее получить новую должность, и, соответственно, с ней придут финансовые бонусы. И это происходит незамедлительно. Следующая группа людей – те, кто отчаялся найти верный подход к обучению английскому и хочет, наконец, понять, в чем ключ к осознанному владению английским языком.
Что же такое осознанное владение английским языком? Это достаточно сложный вопрос. Очень часто используется такая формулировка, как «думать по-английски». Что же значит «думать по-английски»? Давайте приведем простой пример. Английские слова окружают нас постоянно. Я думаю, вы постоянно сталкивались с английскими брендами, самыми банальными, такими как Snickers, например, в супермаркете. Вы когда-либо задумывались, почему он так называется, какое значение этого слова, какие слова вы можете образовать от этого слова Snickers или от какого оно образовано? Приведу простой пример. Snickers происходит от глагола to sneak, тихонько подбираться или украдкой подходить или даже ябедничать. Соответственно, Snickers, sneaker – это человек, который тихонько, украдкой подходит, что-то видит или, может быть, потом ябедничает, получив необходимую информацию. А в базовом значении sneakers, sneakers во множественном числе, это обувь на мягкой резиновой подошве, которая позволяет вам как раз аккуратно, тихо ходить. Вот всю эту информацию, глагол sneak, существительное sneaker или sneakers во множественном числе, а может быть даже прилагательные сники, вы могли бы получить, если бы осознанно подходили к изучению английского языка, если бы вам объяснили, как работать со словами до этого. И вы, буквально стоя на кассе, можете в супермаркете обогащать свой словарный запас, не прикладывая больших усилий и узнавая что-то новое. Почему бы не заниматься этим? Почему бы не осознанно подходить к тому, к той информации, к тем словам, которые окружают вас каждый день. Перейдем к следующему. На этом, собственно, группа людей заканчивается. И теперь я расскажу, что же появится в вашей жизни, если вы предпочтете, если вы выберете этот курс. Прежде всего, вы прочно усвоите лексический материал, который соответствует уровню intermediate. Этот уровень еще по-другому называется independent user, то есть независимый пользователь. Обладая этим уровнем, вы никогда не растеряетесь и всегда сможете свободно общаться в любой ситуации. Будь то бытовые ситуации, о которых я упоминал выше, это и туризм, и общение с зарубежными коллегами, и бизнес-переписка или чтение текстов, достаточно серьезных текстов на английском языке. Вы сможете понимать значение слов и словосочетаний из контекста. Что я имею здесь в виду? Возьмем простое английское слово water. Абстрактно оно означает воду, правильно? Употребим его в контексте. I want to drink some water. Я хочу выпить немного воды. I want to drink some water. Я хочу выпить, и, естественно, в этом контексте мы ожидаем, что выпить можно нечто, какую-то субстанцию, и если в этом предложении оказывается вода, water, в конце, то мы понимаем, что это существительное. Но, допустим, вы общаетесь с носителем языка, и он говорит I'm a big fan of water sports. Мы видим, что слово water теперь находится перед словом sport или sports во множественном числе. Какой вывод мы можем сделать? Вода – спорт. Наверное, слово water меняет свое значение и становится прилагательным. Соответственно, уже не water переводится не как вода, а как водный. Water sports – водные виды спорта. Так работает английская грамматика. И так мы должны воспринимать слова, если осознанно подходим к грамматики, к тому, где стоит слово в предложении, какой структурой обладает это предложение. И третий вариант. Кто-то говорит вам Don't forget to water flowers. Не забудь. И как же перевести слово to water в данном контексте? Если вы знакомы с концепцией инфинитива, абстрактной, начальной формы глагола, то вы поймете, что здесь water должно переводиться как действие, как глагол. Кстати, об инфинитиве мы поговорим чуть позднее, более детально. Соответственно, какое первое, наиболее логичное действие может нести в себе слово water? Как это связано с водой и цветами? Наверное, полить цветы.
Don't forget to water flowers. Не забудь сделать что? Полить цветы. В этом контексте water с частичкой to означает поливать. To water flowers. Вот это именно то, о чем я имел в виду, когда говорил контекст. О контексте. Итак, также обладая богатым вокабуляром, словарным запасом и знаниями по грамматике, вы сможете повысить способность воспринимать английскую речь на слух. Это, наверное, самый сложный навык, поскольку когда кто-то разговаривает с вами или вы слышите речь по радио или по телевидению, вы не контролируете источник. Вы не можете попросить, ну, если это живой человек, вы, конечно, можете попросить его говорить чуть помедленнее, да, но когда источник вне вашего контроля, то вам приходится работать с тем, что есть. Но если вы обладаете достаточными навыками и знаниями в лексике и грамматике, то эта задача восприятия на слух не становится такой уж сложной. Далее, вы распрощаетесь со страхом общения и больше не будете бояться совершить ошибку. Когда вы уверены в своих знаниях, когда вы понимаете, что даже теоретически нельзя по большому счету совершить ошибку, вы просто говорите нечто, что не соответствует вашему замыслу. Соответственно, вы не ошибаетесь, вы просто искажаете смысл. И если вы понимаете, даже говоря иногда, мы понимаем, что совершаем эту ошибку, потом вы всегда можете поправиться и отнестись к этому с иронией. И, наконец, я полагаю, что вы должны получить ту несгораемую сумму знаний. То есть эти знания навсегда останутся с вами. Вы можете дальше прогрессировать и прогрессировать, изучать какие-то новые слова, синонимы, усложнять и усложнять ваш обогащать ваш багаж знаний. Однако у вас всегда будет та несгораемая сумма знаний, которая обеспечит вам свободную коммуникацию в любой ситуации общения. Итак, два слова о том уровне, который вы достигнете, занимаясь в нашем курсе. Этот уровень, назовем его Intermediate, официально по кембриджской системе он называется Intermediate, состоит из двух частей, Intermediate 1 and Intermediate 2, или буквенное название B1 or B2. Еще его называют Independent User, как я говорил выше, это человек, независимый пользователь. То есть ни одна из ситуаций общения не представляет для него сложности. Дальше, как вы видите, идет еще несколько уровней, как Upper Intermediate или Advanced. Это то, к чему можно и нужно стремиться, безусловно. Это дальнейшее развитие. И благодаря нашему курсу, тому, как он построен и как объясняются там правила, насколько мы хотим, чтобы вы осознанно подходили к обучению, вы сможете, у вас появится навык самостоятельного обучения, и следующие уровни, вполне возможно, вы сможете освоить сами, не тратя много денег на репетиторов и курсы. Пару слов обо мне. Я преподаю уже более 14 лет. У меня профильное образование. Я окончил Московский педагогический государственный университет, факультет иностранных языков. Совсем недавно этому факультету исполнилось 70 лет. И за эти 14 лет моей профессиональной деятельности у меня было более 300 студентов. Это были и частные студенты, и корпоративные группы, где я преподавал деловой английский. И со временем у меня выработалась определенная методика и определенный набор методов, которые я использую для того, чтобы наиболее эффективно и четко, просто, ясно объяснять материал для своих студентов. Как у меня появилась идея создать этот курс? Современные технологии позволяют обращаться к большему количеству людей. Конкретно мы говорим сейчас о интернете, о том, что связывает нас с вами в данный момент.
И я решил собрать все свои навыки вместе и саккумулировать их в этот курс и поделиться им с большим количеством людей. А если процитировать героя знаменитого фильма «Начало», как вы помните, там герой Ди Каприо проникал в сны людей и пытался заставить их думать или выдать какую-то информацию, или заставить думать о какой-то мысли, которая потом при помощи этого манипулирует этими людьми. Вот эта мысль, создать такой курс, засела у меня в голове где-то пару лет назад, и я просто не мог отвязаться от нее, и в итоге она реализовалась в том курсе, который я предлагаю вам сегодня. Что входит в основной курс? Теперь уже немного конкретики. Наш курс состоит из 30 уроков. Это полный курс английского языка. Также воскресные вебинары, они будут проходить в течение 10 недель. Наш курс, все эти 30 уроков проходят в идеале, должны быть пройдены за 10 недель, то есть примерно за 2,5 месяца. Также частью курса является телеграм-канал для участников, и в этот же курс входит проверка упражнений и тестов, которые помогают вам закрепить те знания, которые вы проходите в течение недели. Поговорим чуть подробнее, из чего же состоит каждый урок. Базой нашего курса являются 300 самых популярных, самых актуальных и часто используемых глаголов английского языка. Каждый урок состоит из 4 блоков. Это лексический блок, грамматический блок, коммуникативный блок и блок упражнений. В лексическом блоке в каждом уроке мы разбираем 10 глаголов. Один урок – это один блок глаголов, 10 глаголов, ни больше, ни меньше. Мы анализируем, вы смотрите видео, и там, где я анализирую то, как эти глаголы переводятся, в каких контекстах они используются, где они уместны, где они неуместны, какие производные можно образовать от этих глаголов, какие существительные, прилагательные могут быть образованы при помощи суффиксов, префиксов и всех других средств словообразования. В блоке грамматики я рассказываю об одной наиболее актуальной грамматической теме, без которой не обойтись в повседневном общении, и употребляю в объяснениях именно ту актуальную лексику, которую вы прошли в лексическом блоке. Из чего состоит коммуникативный блок? Вы смотрите видео с диалогами, где применяется уже отработанная лексика и грамматика. То есть здесь осуществляется принцип преемственности. Мы работаем на протяжении урока только с этими 10 глаголами, плюс одной грамматической темой, и постоянно стараемся употребить эти слова в контексте. И после этого уже самостоятельная работа, вы выполняете упражнения, и чтобы удостовериться, как хорошо вы усвоили ту или иную лексическую и грамматическую тему. Также, как я упоминал выше, в наш курс входят 10 практических вебинаров. Мы назвали их Total Recall, как знаменитый фильм «Вспомнить все». Мы будем во время этих вебинаров мы будем разбирать сложные моменты из пройденного материала. Мы будем разбирать вопросы из телеграм-канала, там будет разговорная практика, мы будем снова и снова стараться употреблять уже выученную лексику и грамматику в речи, потому что в конечном итоге зачем нужна лексика и грамматика, если не применять ее в каких-то повседневных ситуациях общения, может быть повседневных, может быть делового общения, это не так принципиально. И плюс, конечно же, я буду рассказывать вам о том, какие ресурсы вы можете использовать для того, чтобы сделать изучение английского веселым, интересным и захватывающим. Поскольку, как вы знаете, практически весь самый лучший, самый интересный, самый актуальный контент в интернете, он на английском языке.
Я уже упомянул о телеграм-канале для участников и о выполнении упражнений и тестов, поэтому не будем на этом долго задерживаться и пойдем к следующему слайду. Чтобы не быть голословными, я хотел бы показать, как будут выглядеть наши уроки. И сейчас мы сконцентрируемся на двух блоках. На блоке лексики и на блоке грамматики. И начнем с первого глагола. Это глагол accept. Его основным значением является принимать, признавать, допускать. Употребим его в контексте. I accept your conditions. Я принимаю ваши условия. Или I accept your kind offer. Я принимаю ваше любезное предложение. Please accept my modest gift. Пожалуйста, примите мой скромный подарок. Или please accept my sincere apologies. Пожалуйста, примите мои искренние извинения. Sincere apologies. Это так называемое collocation. Collocation – устойчивое сочетание. Например, accept conditions или accept offer. А также, между прочим, помимо изучения актуальной лексики, именно той лексики, на которой базируется урок, вы сможете познакомиться и с другими словами, как, например, sincere apologies – искренние извинения. Какие формы может принимать глагол accept? Во что мы можем его превратить при помощи суффиксов и префиксов? Например, в прилагательное acceptable. Able – это суффикс, который сам по себе несет значение способности или возможности осуществления того действия, которое выражает глагол. Если есть глагол accept – принимать, то есть нечто приемлемое – acceptable. И, конечно же, нечто неприемлемое, и для этого нам понадобится префикс un. Unacceptable. Неприемлемое. Давайте употребим это слово в контексте. It is unacceptable to use this word in public. Неприемлемо использовать это слово на людях или публично. It is unacceptable to borrow money and not to pay back. Неприемлемо занимать деньги и не возвращать их. Как же образовать существительное? Для этого нам понадобится суффикс uns. Это суффикс, который образует абстрактные существительные от глагола. Итак, как же перевести это слово acceptance? И нужно ли его вообще переводить? Может быть, стоит найти так называемые collocations, устойчивые сочетания, и подумать уже, как это слово или как эта концепция переводится, а может быть, какое абстрактное, такое приблизительное значение оно имеет в русском языке. Например, Ди Каприо thanked his producer and his parents in the acceptance speech after receiving his Oscar. Что же такое acceptance speech? По контексту из предложения мы понимаем, что Ди Каприо поблагодарил своего продюсера и своих родителей в этой acceptance speech после получения Оскара. То есть он получил приз, награду, вышел на сцену и произнес acceptance speech. Если accept – это принимать, то acceptance – это нечто близкое по значению к принятию, а speech, естественно, является речью. Соответственно, если подходить к английскому языку осознанно, то не обязательно даже искать какой-то перевод, да, этого устойчивого сочетания acceptance speech. Вполне можно просто для себя в голове усвоить, что acceptance speech – это речь, которая произносится после получения награды или приза. Но если вы настаиваете на каком-то русском эквиваленте, то, мне кажется, наиболее близкий по значению – это благодарственная речь. Хотя благодарить по-английски – to thank – никак с глаголом accept не связано. Просто это в английском языке присутствует совсем другая концепция. И она называется не благодарственная речь, а acceptance speech – речь принятия чего-либо. Посмотрим на другой глагол. Это, кстати, в табличках, которые вы получите, таблички для креативного и эффективного словообразования, вы можете увидеть вот подобную схему. Глагол accept, от него образуется существительное acceptance, находящееся в синем параллелограмме, и два прилагательных acceptable и unacceptable, находящихся в зеленых эллипсах. Красный прямоугольник – это всегда глагол, синий параллелограмм – это существительное, а зеленые эллипсы – это прилагательные.
Это сделано для вашего удобства. Следующий глагол to act. Act. Действовать, вести себя или играть в кино. А также еще много близких по значению переводов. Как же употребить его в контексте? Например, stop acting like a baby. Хватит вести себя как ребенок. Или don't act like an idiot. Не веди себя как идиот. Можно построить предложение по-другому. It's time to act. Время действовать. Или можно употребить его в прошедшем времени. He acted in many movies in 80s. Он играл во многих фильмах в 80-е. Глаголы и вообще слова латинского происхождения – это просто кладезь для словообразования. И первое производное от глагола act – это слово action – действие или акция. Да? Суффикс «шен» очень часто переводится на русский как «ция», точнее, не суффикс даже переводится, а слова, эквиваленты в русском языке, оканчиваются на «ция». Например, «нация» – «nation», «революция» – «revolution», «мотивация» – «motivation» и так далее. Итак, употребим слово «action» в контексте. Such actions are unacceptable in situation like this. Такие действия неприемлемы в подобной ситуации. Также от глагола act можно образовать прилагательное при помощи суффикса -ive. В русском все похоже. Активный, да, тоже слышите этот суффикс -ive. Active. Если есть что-то активное, active, то возможно образовать обратное по значению. И прилагательное здесь нам понадобится префикс in. Inactive. Неактивный или безинициативный, вполне возможно. Все зависит от контекста. Какие контексты я предлагаю вам здесь? This child is very active. Банально, этот ребенок очень активный. Или he has a full active life. Он ведет, дословно имеет, конечно, да, но по-русски можно перевести, он ведет насыщенную, полную, активную жизнь. Также мы можем образовать существительное. И нам понадобится суффикс ity, activity. То есть, если act действовать, то activity – это некая деятельность. Например, business activity goes down in summer. Деловая активность снижается летом. Посмотрите, пожалуйста, на вот эту схему. Какие еще слова можно образовать? Act – опять глагол в красном прямоугольнике. Два существительных – actor – актер, action – действие, и прилагательное active. От active можно пойти дальше и образовать существительное activity – деятельность, мы употребили его ранее, а также activate. Как вы думаете, как оно переводится? Правильно? Активировать, то есть задействовать что-то. Здесь на экране нет примера, но если задуматься, можно придумать нечто типа… If you want to use this SIM card, you need to activate it first. Если вы хотите использовать эту SIM-карту, вам нужно активировать ее для начала. И от activate, опять при помощи суффикса shen, мы образуем активацию, activation. Как видите, мы разобрали всего лишь один глагол, да, и он стал базой, основой для 6 новых слов. Соответственно, свободно владея навыками словообразования, вы можете как минимум в 3 раза, как я и говорил ранее, увеличить свой словарный запас. 300 глаголов, как минимум 900 производных от них, как минимум существительное и прилагательное. А может быть еще от прилагательного, как на примере active, вы можете образовать еще одно существительное и еще один глагол. И последний глагол на сегодня – это глагол amaze. Amaze. Употребим его в речи. Her dancing skills really amaze me. Ее танцевальные навыки просто удивляют или поражают меня. Да? Значение глагола amaze – это удивлять, поражать. Очень близко, в принципе, к глаголу to surprise. Или you amaze me. Ты удивляешь, ты поражаешь меня. Но на русский можно это перевести как «ну ты даешь». Ничего себе, you amaze me. Два самых популярных производных от глагола amaze – это, конечно, amazing, очень популярное прилагательное,
когда вы хотите описать нечто, что удивляет, поражает вас, вы можете сказать «It is amazing», «Это удивительно», «Это потрясающе». Но когда есть что-то amazing, то под воздействием этих эмоций вы можете стать amazed, потрясенным. Например, я видел двух потрясенных туристов, которые увидели потрясающий небоскреб, например. I saw two amazed tourists. Почему же эти туристы были amazed, потрясены? Потрясены, потому что они увидели... They saw an amazing skyscraper. Они увидели потрясающий небоскреб. Конечно, всегда можно образовать существительное. В этом случае нам понадобится суффикс meant, который, как и ans, в случае с accept, acceptance, образует абстрактные понятия от глаголов. Что же такое amazement? She looked at me in amazement. Она смотрела на меня в изумлении или в потрясении. Ну, в хорошем смысле, в потрясении. Amazement. Очень легко образовать существительное от глагола. Собственно, эти принципы универсальны. Соответственно, зная глагол to manage, управлять, естественно, вам всем знакомо слово manager, которое, между прочим, тоже образуется при помощи суффикса er, суффикса деятеля. Manage, manager. Но управление, руководство – будет management, тот же суффикс, что и в слове amazement. А теперь перейдем к грамматическому блоку. Поскольку наш курс базируется на 300 самых популярных, самых актуальных глаголах, то первой темой будет уместно поговорить вообще о тех формах, которые может принимать английский глагол. И самая первая, самая базовая форма – это инфинитив. Приведем примеры инфинитива. Как он выглядит? To ask – спрашивать, to answer – отвечать, to act – действовать, to agree – соглашаться. Какую закономерность вы увидели? Действительно, все английские инфинитивы в базовой своей форме имеют частичку to. А в русском языке этому соответствует окончание t – мягкий знак, to. И они отвечают на вопрос «что делать?». Что делать? Вы когда-нибудь задумывались, почему инфинитив называется именно так? Инфинитив. Возможно, вы знаете марку автомобиля, которая называется Infiniti. Infiniti. Бесконечность. Инфинитив – это бесконечная форма глагола. Что это значит? Она не выражает времени. Делать. Когда это делать? Сейчас делать, завтра делать, вчера делать. Нет, никогда. Это просто... действие в самом чистом своем виде. И теперь стоит поговорить о моделях употребления инфинитива. А где же в предложении, где в речи мы можем употребить инфинитив вот в своем самом чистом виде? Посмотрим на три популярные модели. Прежде всего, после глаголов. Каких глаголов? Всех глаголов? Нет, не всех. Чаще всего это глаголы, которые сами по себе выражают неполное значение. Что я имею в виду под неполным значением? Когда вы говорите you need, вам нужно, you need, конечно, можно после этого поставить какое-нибудь существительное, you need some rest, вам нужно немного отдыха. Но также очень часто мы говорим, вам нужно поступить как-то, что-то сделать. И в примере, который я предлагаю вам, you need to act now. Вам нужно делать или сделать что? Действовать сейчас. You need to act now. Как я и говорил, примеры базируются на активном вокабуляре, на той лексике, которую мы разобрали в лексическом блоке. Или I want to accept your offer. Я хочу сделать что? Принять ваше предложение. I want to accept your offer. Вторая популярная модель – это инфинитив после прилагательных. Конечно, вам всем знакомо выражение I'm glad to see you, I'm happy to be here, I'm glad to meet you. Собственно, как и в примере, приведенном на этом слайде. I'm glad to meet you. Однако, когда студенты, изучающие английский язык, сталкиваются с чуть более сложными прилагательными, например,
как то прилагательное, которое мы создали в лексическом блоке, unacceptable, неприемлемо. Как только они сталкиваются с чуть более сложным прилагательным, они впадают в ступор. Потому что вот этот грамматический фундамент не очень хорош. Он начинает шататься от того, что они сталкиваются с достаточно сложным концептуальным словом unacceptable. Но, если задуматься, грамматика — это набор универсальных моделей. И, соответственно, если в предложении I'm glad to meet you после I'm glad, после прилагательного glad стоит инфинитив, то логично предположить, что и после unacceptable можно поставить инфинитив, и эта структура будет работать. На нашем примере. It's unacceptable to act like this. Неприемлемо вести себя подобным образом. It's unacceptable делать что неприемлемо? To act. Действовать или вести себя подобным образом. То есть грамматическая модель работает и с прилагательными glad, и с прилагательным acceptable. И третья популярная модель – это инфинитив после вопросительных слов. Два примера. I don't know what to do. Абсолютная калька с русского, да? Абсолютный эквивалент. Я не знаю, что делать. I don't know what to do. Или tell me how to find this place. Скажи мне, как найти это место? Вы можете эффективно и легко использовать это после всех вопросительных слов. Итак, сейчас я показал вам, как будут выглядеть лексический и грамматический блок. Напомню вам, существует также коммуникативный блок. Это блок, где вы смотрите видео, в котором мы заново разбираем эти грамматические и лексические модели. Скорее даже не разбираем, а показываем, как они работают в жизни, и упражнения. Прошу прощения. Очень важно выполнять одно условие. Не только в нашем курсе, но и, безусловно, вообще, когда вы занимаетесь какой-либо умственной или физической деятельностью. В нашем курсе важное условие – это регулярность. Ничего не получится, если вы будете откладывать выполнение заданий на, например, субботу или воскресенье, не занимаясь понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу. А по плану вы должны проходить 3 урока в неделю. То есть 30 новых глаголов, все производные от них, 3 грамматические темы, коммуникативные блоки и упражнения. 3 урока в неделю. Без этого просто следующие уроки не откроются для вас, поскольку вы не выполните упражнения, не подтвердите то, что вы усвоили материал. И, соответственно, вы, конечно, можете это сделать за один день, но подумайте, разве вы пытаетесь не спать или пробуете не спать 3 дня, а потом отоспаться за один день? Или не есть 3 суток или 5 суток, а потом съесть обед из 9 блюд? И со спортом то же самое. То есть постоянно, хотя бы 15-20 минут в день, даст гораздо более весомый и видимый, ощутимый результат, чем какие-то массивные и героические подвиги в течение 1 дня. Конечно, постепенно и регулярно. Самое главное также, что вы должны ответить для себя или сказать себе, зачем вам нужен английский именно сейчас. Это придаст вам мотивации. Соответственно, слово «мотивация» достаточно абстрактное, и каждый человек понимает его по-своему. Я понимаю мотивацию как образ будущего, то, как вы видите себя через какое-либо время, через короткую перспективу, среднюю перспективу, в дальней перспективе. Чего вы хотите добиться? В конечном итоге мы просто хотим быть счастливы и чувствовать себя лучше. Подумайте, будете ли вы себя чувствовать лучше, выучив английский? Мне кажется, ответ очевиден. Конечно же, да. Это огромные возможности. Это удовольствие от просмотра фильмов без перевода.
Это доступ ко всей этой информации, которую предлагает нам современные медиа. Соответственно, вы должны ощущать эту мотивацию, и обещаю вам, что вы не растеряете ее на протяжении этих 10 недель, поскольку занятия будут интересными, разнообразными и эффективными. И еще раз напомню вам, вы должны аккуратно и внимательно выполнять все задания курса, самое главное, регулярно. Итак, пойдем дальше. И позвольте повторить вам еще раз, чем же мы будем заниматься все эти 10 недель, чтобы английский язык зафрендил вас. Самое важное, это попытка, и это будет успешной попыткой, разобраться, как устроен английский язык. Не надо зубрить и заучивать. Моя цель – дать вам навык, навык самообразованию, чтобы на основе тех знаний, которые вы получите в течение этого курса, вы смогли развиваться дальше, самостоятельно или на курсах. Я более чем уверен, что, подходя к английскому осознанно и имея эти навыки самообучения, вам не понадобятся больше репетиторы и курсы. Просто вы должны сделать английский частью своей жизни. Потому что я считаю, что не существует такой специальной кнопки, которую вы включаете, или специального английского, который появляется у вас, когда вы садитесь на борт самолета и летите куда-то отдыхать. То есть до этого вы не употребляли английский вообще, сторонились его и смотрели сериалы с русским переводом, читали книги по-русски, YouTube-каналы английские вообще не включали, подкасты не слушали. А потом внезапно садитесь в кресло самолета и начинаете свободно и легко говорить по-английски. Так не получается. Либо вы практикуете этот навык и практикуете его с удовольствием, либо же он постепенно угасает у вас, и вы снова остаетесь у разбитого корыта с какими-то базовыми знаниями, которые все равно придется активировать в ситуации общения. Мы будем стараться преодолеть страх перед общением. Подумайте сами, откуда берется этот страх? Ну, прежде всего, страх совершить ошибку и показаться глупым. Но, поверьте, я всегда вспоминаю, когда студент говорит мне, что он не хочет выглядеть глупо, когда говорит по-английски. Бродский после эмиграции как-то упоминал, что он долго не мог поверить, что по-английски можно сказать глупость. Уже сам тот факт, что вы говорите по-английски, стараетесь в ситуации, там, где человек не может коммуницировать на русском языке, он просто его не знает, вы используете английский как средство, как инструмент для того, чтобы добиться и реализовать какие-то цели. Это уже очень-очень достойный порыв, поэтому сам факт, что вы хотите, стараетесь, пытаетесь говорить по-английски, уже дорогого стоит. Разве вам не приятно, когда иностранец пытается заговорить с вами по-английски? По-русски. Носитель языка, например, англичанин, хоть и коверкает слова, начинает говорить с вами по-русски. Мне кажется, большинство ценит этот порыв, поскольку он прикладывает, или она прикладывает усилия, чтобы общаться с нами на нашем языке. Позвольте еще раз напомнить, из чего состоит наш курс. Это 30 уроков, в которые входят 300 самых актуальных, самых популярных, самых нужных английских глаголов. Это база нашего курса. 30 грамматических тем, без которых не обойтись, и которые помогут структурировать ваши знания и построить тот самый фундамент, на базе которого вы сможете развиваться дальше. Мы будем выполнять упражнения, чтобы закрепить эти навыки, и не выполнив эти упражнения или выполнив их недостаточно успешно, вы просто не сможете пойти дальше. И напоследок хочу сказать, что действительно нет такой чудодейственной пилюли, выпив которую, вы сможете заговорить на английском. Однако, на мой взгляд, мы приготовили достаточно качественный, эффективный микс, при регулярном приеме которого, при регулярном использовании которого, вы победите страх общения
И, наконец, заговорите по-английски легко и свободно. Позвольте рассказать вам, из чего состоят два основных пакета, которые мы предлагаем вам сегодня. Первый пакет – Basic One. В него входит полный курс английского языка, это 30 уроков, по 4 блока в каждом. Это проверка выполнения упражнений и тестов и телеграм-канал для участников этого курса. Его стоимость составляет 9100 рублей. И расширенный пакет Basic 2. В него также входит полный курс из 30 уроков, телеграм-канал, проверка выполнения упражнений и тестов, а также 10 практических вебинаров. Помните, мы назвали их Total Recall, вспомнить все. Это незаменимый помощник для того, чтобы задать какой-либо вопрос, разрешить непонятную задачу, попрактиковать английский и, в принципе, увидеть, что использование английского, повседневное использование английского, это интересно, важно и не так страшно, как вам это может показаться. Этот пакет стоит 13 860 рублей, однако сегодня на вебинаре у нас максимальная скидка, и первый пакет практически в два раза дешевле, 5 460 рублей, а расширенный пакет стоит 9 900 рублей. Если вы хотите приобрести эти пакеты прямо сейчас, вы можете найти кнопку, зеленую кнопку, под этим видео. Хочу оговориться. Наш курс начнется уже после Нового года. Мы планируем и хотим, чтобы вы присоединились к нам уже после всех праздников, с новыми силами, с новой мотивацией. Знаете, есть такое выражение New Year Resolutions. Резолюции на Новый год. Это такие обещания, которые дают себе люди после какой-то большой даты. Например, после Нового года. После Нового года я начну заниматься спортом, я брошу курить, я пойду на курсы английского или я займусь самообразованием. Вот это вот New Year Resolution – это прекрасный повод для того, чтобы наконец-то заняться английским и полюбить его. Еще раз напомню, наш курс начинается 10 января. И одно замечание. Только подумайте, что вы за эти деньги получите четко структурированный, логично построенный, эффективный курс, который раз и навсегда решит ваши проблемы с английским языком. И если это пересчитать на дни, да, эти 10 недель, и сумму поделить на 10 недель, то выйдет всего лишь приблизительно 140 рублей в день. Что можно купить на 140 рублей в день? К несчастью, даже чашка хорошего кофе стоит гораздо больше. Поэтому подумайте, что лежит на чаше весов, какая у вас мотивация. Мотивация стать лучше, охватить весь этот мир английского языка и то, что идет вместе с ним. Свободное общение, доступ к огромному количеству, просто космосу информации на английском языке, а также хорошее настроение, когда вы сможете, наконец, пообщаться на английском и завести новых друзей, получить более высокооплачиваемую работу и, наконец-то, посмотреть и услышать голоса своих любимых актеров, говорящих на родном для них английском языке. Большое спасибо вам за участие на вебинаре. Если есть какие-то вопросы, позвольте, я обращусь к чату. Если они у вас есть, то я готов буду на них ответить.
Ну что ж. Итак, вопрос, как часто будут выкладываться уроки? Для вас каждую неделю будут открываться три урока. То есть три урока, в которые входят лексический блок, 10 глаголов, грамматический блок, одна грамматическая тема, коммуникативный блок, там, где вы сможете посмотреть, как используется пройденная лексика в речи, и упражнения. Таких уроков в неделю будет три. Как я говорил, важна регулярность, поэтому вы можете распределить эти уроки в течение недели, как вам это больше нравится, но желательно, например, в понедельник вы занимаетесь лексикой, во вторник лексикой и, допустим, грамматикой, во вторник вы смотрите коммуникативный блок и выполняете упражнения. В среду повторяете опять лексику и грамматику, в четверг коммуникация и упражнения. А в воскресенье, как вы помните, вас ждет воскресный вебинар. И важный момент. Без успешного прохождения упражнений, блока упражнений, выполнения всех необходимых заданий после этих уроков, новые блоки для вас не открываются. Проверка заданий будет осуществляться сразу после того, как вы выполняете задание, нажимаете на кнопку ОК, отправить, да, а ответы, правильно ли выполнили или нет, приходят к вам через некоторое время, ну, не более часа-получаса. Воскресный вебинар будет состоять из нескольких частей. Прежде всего, мы будем разбираться в том, что было пройдено на неделе. Да, вот те 30 глаголов из трех уроков. Какие-то аспекты, которые, может быть, остались за кадром. Вопросы из телеграм-канала от вас, которые приходят в течение недели. Мы будем рассматривать наиболее сложные моменты, сложные с точки зрения грамматики, возможно, да, которые стоит упомянуть, стоит еще раз отработать, которые могли оказаться сложными в течение недели. Мы будем разбирать интересный контент с точки зрения того, как лучше перевести, как понять какие-либо сложные или устойчивые словосочетания. И, конечно, мы будем разбирать ресурсы, которые вы можете использовать для того, чтобы более подробно, более детально, может быть, более интересно изучать английский язык. YouTube-каналы, интересные песни, статьи, может быть, новые сериалы или недавно вышедшие фильмы. Есть очень важная вещь, как small talk, так называемый маленький разговор. Это тема или это набор тем, которые вы можете использовать, разговаривая с человеком, с которым только что познакомились, например. Вести непринужденную беседу на отвлеченную тему – это достаточно сложно и навык, который, на мой взгляд, стоит развивать. Вот такие темы, как small talk, будут тоже частью наших воскресных вебинаров. Одну секунду. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за участие в этом вебинаре. Я надеюсь, что вы узнали сегодня что-то новое. Жду вас на своем курсе. Удачи вам, всего хорошего и с наступающими праздниками!